индустриальном парке Чебоксар дали старт очередному инвестиционному проекту. Здесь открылся завод по производству турбокомпрессоров. Подробности в следующем материале. В честь дня города! Открыть новый завод инвесторы могли и в свободной экономической зоне Алабуга, и в Москве. Но наиболее выгодные условия работы предпринимателям предложили в Чебоксарах. Дорогу и коммуникации к цехам подвели за счет бюджета. Все то, что мы делали, строили, это реинвестирование собственных средств. Здесь нет ни копейки финансирования государственного или какого-то инвестора. То есть соинвесторы сделали, рефинансировали, вкладывали свои деньги. Благодаря многим из вас, с которыми мы работаем, это все оказалось возможно. Очень важно, что у нас полный цикл производства. То есть у нас свое чугунолитейное производство. Ну и в этом году вот часть, пока только часть открываем. Мы просто хотим показать вам, как динамично мы двигаемся, как мы идем вперед. Среди заказчиков завода крупнейшие производители легковых и грузовых машин. Спрос на турбокомпрессоры большой. Мы сразу даем конструкторам разработку турбокомпрессора, мы его изготавливаем. Вначале изготавливаем средний корпус, то есть первоначально это средний корпус, а потом уже начинаем изготавливать турбину, если есть спрос на турбину. Инвесторам в республике дают зеленый свет, отметил председатель правительства Иван Моторин. Это третья площадка, которая открывается здесь, поэтому хочу пожелать хорошей работы, хороших партнеров, развивать бизнес здесь, на Чувашской земле, а мы в лице правительства, Министерства экономики будем всячески помогать вам. На очереди еще 7 резидентов. Так, в индустриальном парке должно быть создано более 600 новых рабочих мест. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.